Козлов Владимир Владимирович, 79-го года рождения, 15 августа. Сколько лет вы здесь живете? Здесь 5-й год. А до этого интерната где жили? В московском интернате в 30-м. А до этого учился в вспомогательной школе. Но в вспомогалку я попал после того, как меня бросили родители в 5 лет и отдали на государственное, точнее, они меня не бросили, а их лишили родительских прав и отдали меня на государственное обеспечение. Хорошие учителя были, многому научили меня, как готовить, так и спортом увлекаться. Вы готовить умеете? Да. И что можете приготовить? Салат оливье, салат капитанский, котлеты с яичницей. Вы о чем-то мечтаете? Да, мечтаю. О чем? В принципе, выйти отсюда, заиметь семью, детей, работу и так далее. Потому что надоело. 25 лет по жизни на государственной шее. И из-за кого? Из родителей, которые оказались алкашами, которых лишили родительских прав, себя похоронили в сырую землю. А меня чего, на произвол судьбы бросили? Мне было 3 годика еще, они меня сдали в детский интернат. Мои же родители. Я это прекрасно помню. Они меня как бросили, я таким и вырос, хулиганом. Если бы они бы меня воспитали бы раньше, когда я маленький был, я бы, может, был бы нормальным человеком. Я бы таким не был, как сейчас. А раз уж они бросили, не воспитали меня, я таким буду. Меня только исправят при моей могиле, все. У меня одна мать была, Горелова. Наталья Ивановна, она живет на улице Себенко. Я, как тебе сказать, я ее даже ни разу не видел в глаза. Она меня как родила с маленьких лет и бросила. Другому она отдала. Когда я маленький совсем был, 2 годика. А мечта у вас есть какая-нибудь? Есть. Какая? Ну, пожениться хочу. Девочку хочу, да, найти себе. Мечта? Ну, у меня... Понимаешь, вообще-то мечтам лучше не верить. Они все равно не сбудутся. Поэтому у меня ее нет. Мечта у меня есть только одна. Как бы отсюда выйти? С этого монастыря. Да, я крещеный. В свое время крестился и так далее. Но веры нет особой. За счет того, что наука даже доказать не может, есть ли они там или нет. Поэтому вера у меня только одна – в себя, в свои силы и возможности. Добро сильнее зла. Есть такая пословица. Потому что зло, добро, оно не одолеет никогда. Вот добро, зло, оно одолеет. Ну, в смысле, победит. Это хорошо, что ты веришь. Конечно, я верил и буду верить.
1606 году в излучине реки Вопь монахом Варламом и двумя старицами Евдокией и Уланией была выстроена деревянная часовня святителя Николая. После смерти монаха Варлаама здесь селились бездомные люди, которыми верховодил беглый крестьянин, бывший разбойник Бирюк. Согласно преданиям, он, решив замолить грехи, поселился в пещере близ часовни. С тех пор древние поселения на реке Вопь называются именем Бирюка – Бирюкова пустынь. В 1630 году на месте часовни был построен каменный храм святителя Николая и основан мужской монастырь. В 1728 году здесь при строительстве кирпичных стен был найден камень, а под ним рака, в которой лежала как будто живая усопшая молодая девушка, одетая в драгоценную тканую шелком и золотом одежду. На раке была серебряная вызолоченная дощечка с надписью «Аулиана княжная Ольшанская, представившаяся девою в лето от рождения своего 15-е». После 1917 года в монастыре разместился дом инвалидов, в котором первое время с инвалидами жили и монахи. С 1934 года в монастыре помещалась туберкулезная больница. В 1962 году она была перепрофилирована в психиатрический интернат. Из всех психиатрических заболеваний шизофрения является самым распространенным. Еще в 17 веке немецкий ученый Блейлер предложил назвать это заболевание шизофрения. От греческих слов «шиза» — это значит «расщеплять», и «френ» — то есть «ум», «разум», «мысль». Вообще, грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорно. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний, вялотекущими формами. Как же вы ставите диагноз? Методик очень много. Ну вот, например, по запаху. Да, шизофреник пахнет. Это похоже на запах прогорклого масла и миндаля. Достоевский был эпилептиком. Мопассана долгое время считали чудаком до тех пор, пока он, простите, не помочился в подъезде у колонны. Гоголь умер от истощения. Он отказался принимать пищу, а это очень распространенный симптом. А у нас, кстати, тоже есть свой гений. Прошу вас. Вот. Он рисовал такие картины. А в какой-то момент приехал один господин из Москвы и сказал, что ваш пациент – выдающийся авангардист. Давайте я его покажу. Да? Никита, здрасте. Нету. Ну что, слава богу. Игорь Яковлевич, здрасте. Игорь Яковлевич, вы художник? Да, я художник. Вы художник-авангардист? Нет, я реалист. Ну, а считают, что вы авангардист? Нет, я реалист.
А вы знаете, кто такие авангардисты? Ну, это, наверное, те, которые впереди идут. А вы сами где научились рисовать? У деда. Мой дед был художником. Рисовал Сталин, 19-й партсъезд. А как к нам попали? А он витрину в аптеке разбил. Витрину? Игорь Яковлевич, а зачем же вы витрину разбили? А на ней был изображен скелет человека. Подождите, я его спрашиваю. Как себя чувствуете? Очень хорошо. Раньше был болен, сейчас выздоровел. Спасибо. У него сейчас какая продукция? Голоса. А голоса? Слышите голоса, Игорь Яковлевич? Ну, конечно. Вы говорите с доктором, я вас слышу, прекрасно слышу. Ну, хорошо, вы устали. Отдохните. Уколов много колят. Так, кто еще интересный? А, вот Алеша. Алеш, тебе сколько лет? 43. 43. А выглядишь как хорошо, молодо. Как себя чувствуешь? Хорошо. Я здоров. А у нас тогда почему лежишь? Меня соседи облучают. А как же они это делают? У них машинка такая, и они меня облучают. А зачем? Не знаю. Наверное, не хотят, чтобы я жил. Получается, такие злые люди. Выходит так. Ну, а у нас нравится? Жалоб нет? Нет, нет. У вас больница высшего уровня. Меня Наталья Петровна научила правильно сидеть. Вот так правильно сидеть. Ну, хорошо, выздоравливай. Наталья Петровна, а это кто? А это Панкратов, тоже Алеша. Поступил к нам в 1997 году. При поступлении утверждал, что убил Джона Леннона по личному распоряжению Юрия Андропова. Продукция какая? Голоса. Голоса слышите? Слышу. А радостный такой что? Голоса хорошие. А голоса какие? Мужские и женские? И мужские, и женские. Все хорошие. Ну, хорошо. А, ярко выраженная шизофрения. А вот хорошо. Иван Дмитриевич. Как себя чувствуете, Иван Дмитриевич? Хорошо. Это Иван Дмитриевич Громов. Мания преследования и... Мой предшественник, доктор Рагин, считал его пророком. Скажите, Наталья Петровна, Рагин как себя чувствует? Он без изменений. Он что, у вас лежит? Да. Он бывший главный врач? Да, бывший главврач. Случаются такие истории. А можно с ним поговорить? Нет, он не разговаривает. Может, можно его как-то увидеть? Ну, если вам так этого хочется, конечно. Наталья Петровна, проводите? Да, конечно. Да. Если будут какие-то вопросы, я у себя в кабинете. Ну, пойдите, проводите. Пожалуйста. Никит, пройдем со мной. Идите. А вот и наш Андрей Ефимович. Андрей Ефимович, как вы сегодня себя чувствуете? Он что, вообще не говорит? Нет, он перенес инсульт. Вы с ним работали? Нет, я пришла сюда позже. А что с ним случилось? Простите, я плохо знаю подробности. Это не мое отделение. Вам лучше спросить у Хоботова. Он с ним работал. Заходим. Только садитесь на свои места. Спасибо.
Скажите, вы были главным врачом в больнице до доктора Рагина? Да, я был главным врачом больницы до доктора Рагина. Когда Андрей Ефимович приехал в наш город, чтобы заменить меня, больница была в ужасном состоянии. В коридорах, палатах от смрада нечем было дышать. Пациенты жаловались. Нет никакого житья. От тараканов, клопов, мышей. А я занимался тайной продажей больничного спирта. Ну, завел себе гарем из медсестер и этих больных женщин. Я слышал, Андрей Ефимович после школы хотел поступить в духовную семинарию, но его отец, доктор медицины, хирург, категорически заявил, он не будет называть его своим сыном, если тот пойдет в попы. Не знаю, насколько это верно или нет, только Андрей Ефимович часто не раз признавался, что не испытывает особого призвания к медицине. Андрею Ефимовичу на шее была небольшая опухоль. И вообще он одевался не по-докторски. Один и тот же костюм он таскал лет по 10. А новую одежду, которую он покупал, выглядит на нем так же потертый, помятый, как и старая. В одном и том же костюме он и больных принимал, и обедал, и в гости ходил. Но это не от скупости. Это от полной невнимательности к своей внешности. Андрей Ефимович отлично угадывал женские болезни. И даже одно время занимался акушерской практикой. Вообще, я была с ним довольно близка некоторое время, недолго. Однажды он мне сказал, к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого. Я приехал в этот город 2 года назад. Больница была в ужасном состоянии, но Рагин относился к беспорядкам равнодушно. Меня это возмущало. В своем отделении я новых порядков не заводил, боясь оскорбить этим Рагина. Я считал, что он старый плут, втайне завидовал ему. Я бы охотно занял его место. Однажды я пришел к доктору Рагину по какому-то делу. Не застав его в кабинете, я пошел искать его по больнице. Вот тут мне сказали, что главврач пошел в палату номер 6 к душевнобольным. Я был единственным в городе человеком, общество которого для Андрея Ефимовича было не тягостно. Бывало, зайду к нему, говорю, а вот и я. Здравствуйте, дорогой мой. Небось, я вам уже и надоел. Напротив, очень рад, отвечал доктор. Ну, мы садились и начинали беседовать. Я это иногда записывал на видеокамеру. Кстати, я очень люблю снимать. Когда-то мечтал быть кинооператором. У меня видеокамера очень хорошая. Вот. Только звук в нее не проходит. Надо в ремонт отдать, а у нас в городе не берут. А снимает хорошо. Разговор всегда начинал Андрей Ефимович. Он жаловался, что в нашем городе совершенно нет людей, которые бы умели и любили вести умную беседу. Даже интеллигенция, говорил он, не возвышается над пошлостью. А я отвечал, захотели от нынешних ума. Ну, прежде жилось здорово, весело, интересно. А какая была в России умная интеллигенция? Какие женщины? Приключения? Как пили, как ели? Какие отчаянные были либералы? Однажды Андрей Ефимович мне сказал, что он в нашем городе повстречал еще одного человека, который умеет рассуждать. Меня зовут Громов Иван Дмитриевич.
Учился в Петербурге в университете. Получал деньги от отца. Не имел понятия ни о какой нужде. Отец был отдан под суд за подлоги и растраты и умер в тюремной больнице. Жизнь пришлось резко изменить. Вынужден был давать грошовые уроки. Все-таки голодал, так как весь заработок присылался матери. Такой жизни не выдержал. И, бросив университет, уехал домой. Получил место судебного исполнителя. Однажды я увидел двух арестантов и с ними двух конвойных. Мне почему-то вдруг показалось, что меня вот таким же образом могут вести в тюрьму. Возвращаясь к себе домой, я встретил знакомого милиционера, который поздоровался и прошелся со мной по улице несколько шагов. Мне показалось это подозрительным. Никакой вины я не чувствовал за собой. Но разве трудно совершить преступление нечаянно? Наконец, разве невозможно клевета и судебная ошибка? Ищи потом справедливости и защиты в этом грязном маленьком городишке за 200 верст от железной дороги. Через некоторое время во враге около кладбища нашли два трупа, старухи и мальчика, со следами насильственной смерти в городе. Только разговоров было, что об этих трупах и о маньяке. Я, чтобы не подумали, что это убил я, ходил по улицам и улыбался. Я бежал. Мне казалось, насилие всего мира скопилось за моей спиной и гонится за мной. Меня задержали, привели домой, вызвали доктора. Доктор Андрей Ефимович Рагин прописал капли и ушел, сказав соседке, что больше не придет, потому что не следует мешать человеку сходить с ума. Я просил его: «Доктор, отпустите меня». Он мне отвечал: «Какая вам будет польза от того, что я вас отпущу? Идите, идите». Никита, как бы Моисейке выдать валенки, что ли? А то простудится, а? Хорошо, я передам, пусти наш. Пожалуйста, попроси от меня, скажи, что. Давай, попроси. Давай. Доктор пришел. Господа, поздравляю, доктор удостаивает нас своим визитом. Проклятая гадина. Убить эту гадину. Нет, мало убить, утопить в отхожем месте. За что? За что? За что? За что? Вор, шарлатан, палач! Успокойтесь, прошу вас, и скажите, за что вы сердиты? За что вы меня здесь держите? За то, что вы больны. Ведь десятки, сотни сумасшедших гуляют на свободе. Так почему же я и все эти несчастные должны сидеть тут за всех? Вся ваша больничная сволочь в нравственном отношении неизмеримо ниже каждого из нас. Так почему же мы сидим, а вы нет? Где логика? Нравственные отношения и логика тут ни при чем. Все зависит от случая. Кого посадили, тот сидит. Кого не посадили, тот гуляет. Вот и все. В том, что я доктор, а вы душевно больной, нет ни нравственности, ни логики. Одна лишь пустая случайность. Это ерунда, я не понимаю. Пустите меня. Не могу. Почему же? Почему? Потому что это не в моей власти. Посудите, какая польза вам будет от того, что я отпущу вас. Идите. Ну, идите. Вас задержат и вернут назад.
ужасно. Ну что же мне делать? Что? Что делать? Вы меня спрашиваете, что делать? Самое лучшее в вашем положении – бежать отсюда. Но, к сожалению, это бесполезно, вас задержит. Когда общество ограждает себя от преступников, психических больных и вообще неудобных людей, оно непобедимо. Вам остается одно – успокоиться на мысли, что ваше пребывание здесь необходимо. Да никому оно не нужно. Но если существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них. Не вы, так я. Не я, так кто-нибудь третий. Погодите, когда в далеком будущем закончат свое существование тюрьмы и сумасшедшие дома, то не будет ни решеток на окнах, ни халатов. Когда-нибудь такое время рано или поздно настанет. Вы шутите? Да таким господам, как вы, и ваш санитар Никита, нет никакого дела до будущего. Можете быть уверены, настанут лучшие времена. Пусть и выражаясь пошло, смейтесь, но воссияет заря новой жизни. Восторжествует правда. Я не дождусь и сдохну, но зато чьи-нибудь правнуки дождутся. Я приветствую их от всей души. Вперед, помогай вам Бог, друзья. Из-за этих решеток благословляю вас и радуюсь. А я не вижу особой причины радоваться. Тюрем и сумасшедших домов не будет. И правда, как вы изволили выразиться, восторжествует. Но сущность вещей не изменится. Законы природы останутся все те же. Люди будут болеть, стариться и умирать так же, как и теперь. И какая бы великолепная заря не освещала вашу жизнь, все же в конце концов вас заколотят в гроб и бросят в яму. Бессмертие. Помните. Вы не верите. Я верю. У Достоевского или у Вольтера кто-то говорит, что если бы не было Бога, то его выдумали бы люди. Но я глубоко верю, что если нет бессмертия, то его рано или поздно изобретет великий человеческий ум. И это хорошо, что вы веруете. С такой верой можно жить припеваючи, даже замурованному в стене. Вы мыслящий, вдумчивый человек. При всякой обстановке вы можете находить успокоение в самом себе. Диоген жил в бочке, однако же был счастливее всех царей земли. Да ваш Диоген был болван. Что вы тут мне говорите про какого-то Диогена? Я люблю жизнь, люблю страстно. У меня мания преследования, постоянный мучительный страх, но бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни. И тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочется жить. Ужасно. Когда я мечтаю, меня посещают какие-то призраки, я слышу их голоса, музыку. Кажется мне, что я гуляю по каким-то лесам, по берегу моря. Страстно хочется суеты, забот. Скажите мне, ну что там нового? Вы про город желаете знать? Или вообще? Ну, сначала расскажите мне про город. Что ж,
В городе томительно скучно. Не с кем слово сказать, некого послушать. Новых людей нет. Впрочем, приехал недавно молодой врач. Хоботов. И что? Хам? Да, некультурный человек. Странно, знаете ли, судя по всему, в столице нет умственного застоя. Есть движение. Значит, должны быть там и настоящие люди. Но почему-то всякий раз оттуда присылают к нам таких людей, что не глядел бы. Несчастный город. Да, несчастный город. Что с вами? Вы не услышите от меня больше ни одного слова. Оставьте меня. О, черт, оставьте. Однажды я спросил у Андрея Ефимовича, верит ли он в бессмертие души. Нет, уважаемый Михаил Аверьянович, не верю. И не имею основания верить, отвечал он. Признаться, и я сомневаюсь. Хотя, впрочем, у меня такое чувство, как будто я не умру никогда. Ой, думаю, старый хрен, умирать пора. А в душе какой-то голосочек, не верь. Не умрешь. Андрей Ефимович, я знала 20 лет. Я была его соседкой. Он человек одинокий, холостой, поэтому я помогала ему по хозяйству. Утром Андрей Ефимович вставал часов около 8, одевался, пил чай и шел в больницу. Из больницы он возвращался 2 часа, садился за стол и читал книги. Читал он очень много. Особенно любил книги по истории и по философии. Половину зарплат тратил на книги, на покупку книг. Ну, на столе у него стоял графинчик с водкой, рюмка и лежал соленый огурчик. Вот каждые полчаса Андрей Ефимович наливал рюмку водки, выпивал и закусывал соленым огурчиком. А в 4 часа он подходил ко мне и говорил: «Дальюшка, как бы мне пообедать?» После обеда он ходил по комнате, скрестив руки, и думал, думал, думал. 5 часов я к нему обращалась. «Андрей Ефимович, не пора ли вам пить пиво?» «Нет, еще не время. Погожу, погожу». Вечером приходил Михаил Аверьянович. Я стал часто не заставать его дома, чего раньше никогда не случалось. И Дарья, его домработница, была смущена, что доктор опоздал к обеду. Вообще, стал приходить поздно. Скоро по городу пронесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал часто посещать палату номер 6. Никто не мог понять, зачем он туда ходил, просиживал там по целым часам. О чем разговаривали? Меня зовут Никита. Я больше 20 лет работаю в этой больнице санитаром. Я услышал голос доктора Рагина из-за дверей палаты номер 6. Я заглянул в нее. Доктор и Иван Дмитриевич Громов сидели рядом на постели. Сумасшедший гримасничал. А доктор сидел неподвижно. И лицо у него было грустное. На другой день
Я пришел к палате с доктором Хоботовым. Мы стояли около входа и подслушивали. Хоботов усмехнулся и сказал: «А наш дед, кажется, совсем здрейфил. Я, признаться, этого давно ожидал». Так он сказал. Теперь какой месяц? Октябрь? Да, конец октября. В городе грязно? Да нет, не очень. Хорошо бы теперь проехаться куда-нибудь за город, потом вернуться домой в теплый, уютный кабинет, лечиться у порядочного доктора от головной боли. Давно уже я не жил по-человечески. Между теплым, уютным кабинетом и этой палатой нет никакой разницы. То есть как? Какое удовольствие человека не вне его, а в нем самом. Идите проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем. А здесь она не по климату. С кем-то я говорил о Диогене. С вами, что ли? Да, со мной. Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении. Там и без того жарко. Лежи себе в бочке, кушай апельсины и оливки. Доведись ему в России жить, так он не то, что в декабре, а в мае запросил себе в комнату. Небось, скрючило бы от холода? Нет. Холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Мыслящий, вдумчивый человек отличается именно тем, что презирает страдания, но всегда доволен, ничему не удивляется. Значит, я идиот. Так как я страдаю, недоволен и удивляюсь человеческой подлости. Этого напрасно. Если вы будете почаще вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все то внешнее, что волнует нас. Нужно стремиться к уразумению жизни, а в нем истинное благо. Уразумение? Вы-то на каком основании проповедуете это? Разве вы страдали когда-нибудь? Позвольте, вас в детстве секли? Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. А меня отец порол жестоко. Будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем. Никто вас не запугивал, не забивал. Здоровы вы, как бык. Росли вы под крылышком отца, учились за его же счет, а потом сразу захватили синекуру. Природа, вы человек ленивый, рыхлый, потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило, ничто не двигало с места. Дела вы сдали фельдшеру, а сами сидели у себя в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и выпивону. Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы лишь теоретически. Нет, все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет. Все равно оба помрут рано или поздно. К тому же бьющий оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить умирать. И не пить и умирать. Так почему бы тогда не пить? Приходит баба, зубы болят. Ну что ж, боль есть только представление о боли. К тому же без болезни не проживешь на этом свете. Потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить. Удобная философия. И делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствующий. Страдания презираете. Прищеми вам дверью палец, так небось заорете во все горло. А может, не зару? Да как же! Вот если разбил бы вас паралич, или какой-нибудь дурак и наглец оскорбил бы вас публично, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу.
оригинально. Меня приятно поражает у вас склонность к обобщению. А моя характеристика, которую вы только что изволили сделать, просто блестящая. Признаться, беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие. Я советовал своему другу бросить водку и пиво. При том, как человек деликатный, я не говорил прямо, а намеками. Я рассказал ему про одного батальонного командира, отличного человека, который пил и заболел. Бросив пить, совершенно выздоровел. Доктор Хоботов тоже Андрею Ефимовичу советовал оставить спиртные напитки и рекомендовал принимать этот бромистый калий. В ноябре Андрея Ефимовича вызвали к руководству. Совсем вы нас забыли, доктор? Впрочем, вы монах, в карты не играете, женщин не любите. Скучно вам с нашим братом. Вообще в городе жить скучно. Ни театра, ни музыки. Как жаль, что наши горожане тратят свою энергию, сердце и ум на карты и сплетни. Не хотят проводить время в интересной беседе и чтении. Андрей Ефимович, какое сегодня число? Двадцать 9 ноября. А год? 2007. Андрей Ефимович, а сколько дней в году? 365. Андрей Ефимович, а правда ли, что в палате номер 6 живет замечательный пророк? Да, это больной, но интересный молодой человек. Да, стареем, Андрей Ефимович. Может, отдохнуть вам? Возьмите отпуск, поезжайте куда-нибудь на месячишко. Поезжайте в Анталию. Я в прошлом году так устал, нервы не к черту. Поехал на месяц в Анталию. И совершенно переменился. Я хотел бы подать заявление об уходе. Я в тот же день вечером был у него. Ну, доктора скрывали от него правду. Но я по-военному резанул правду-матку. Я ему сказал, что он нездоров, что все это давно заметили. И предложил ему поехать со мной отдохнуть, развлечься. Ну, Андрей Ефимович сказал, что чувствует себя совершенно здоровым и ехать не хочет. Но потом спросил, а куда, собственно, я намерен ехать? Я сказал, в Москву. В Москве я провел 5 счастливейших лет моей жизни.
Москве, я прежде всего привез своего друга к Иверской. Молился я горячо, и земными поклонами, и со слезами. И когда закончил, сказал Андрею Ефимовичу: «Хоть и не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься». Андрей Ефимович хоть и сконфузился, но приложился к иконе. Затем пошли в Кремль. Посмотрели на царь-пушку и царь-колокол, и даже пальцами их потрогали. Потом побывали в храме Христа Спасителя. В Москве Андрею Ефимовичу не понравилось. Он говорил, что там одни мошенники, и на дорогах пробки страшные. Я возражал, что город Москва – изумительный город. В нем я провел 5 изумительных лет моей жизни. Андрей Ефимович говорил: «Тогда оставайтесь здесь один, а мне позвольте ехать домой». Стал выходить из номера, лежал на диване и злился. Я в Москве сильно проигрался. Занял у Андрея Ефимовича 20 тысяч рублей. И пока не отдал. Ну, теперь ведь они ему и не нужны. Как вы думаете? Домой мы вернулись уже в декабре. Андрей Ефимович совсем разболелся. Я считал своим долгом навещать и развлекать его. Как-то он мне сказал, что мы все должны рано или поздно погибнуть, не оставив в природе даже отпечатка. И что если вообразить, что если через 1 000 000 лет мимо земного шара пролетит в пространстве какой-нибудь дух, он так и сказал, дух, то он увидит только глину и высокие утесы. Все, и культура, и, как это он сказал, нравственный закон. Все пропадет, и даже лопухом не прорастет. Еще он говорил, что воображает земной шар через 1 000 000 лет. Голый утес и на нем хоботов в высоких сапогах. Андрей Ефимович еще 2 раза приходил в палату номер 6 к Громову. А тот просил оставить его в покое и говорил, что у этих проклятых, подлых людей просил одной награды – одиночного заключения. А когда Андрей Ефимович прощался с ним, то он огрызался и говорил: «К черту». Yeah.
доктор Хоботов и Михаил Аверьянович пришли после обеда. Андрей Ефимович лежал на диване. Доктор Хоботов сказал, что Андрей Ефимович пора поправляться. Михаил Аверьянович засмеялся и говорил, что, конечно, обязательно поправится Андрей Ефимович и проживет 100 лет. И они махнут на будущий год на Кавказ и верхом его весь объедут. А вернутся женят Андрея Ефимовича и на свадьбе его будут гулять. Андрей Ефимович встал и сказал: это пошло. Он крепко сжал кулаки, поднял их над головой и прокричал: оставьте меня, вон, оба вон. Михаил Аверьянович и Хоботов уставились на него, встали, а Андрей Ефимович закричал: не нужна мне дружба, не нужно мне лекарства твоих, глупый, тупой человек. И выбросил склянку. Михаил Аверьянович и Хоботов ушли, а Андрей Ефимович закричал: убирайтесь к черту. И еще раз повторил: к черту. Он лег на диван и дрожал, как в лихорадке. Все время повторял: глупые, тупые люди, глупые, тупые люди. Михаил Аверьянович, я приношу свои извинения за вчерашнее. Не будем вспоминать о том, что произошло. Ваш припадок вчера напугал нас с доктором. Но, дорогой мой, ну отчего вы не хотите серьезно заняться вашей болезнью? Ну разве можно так? Извините за дружескую откровенность. Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Нечистота. За вами ухода нет. Лечиться не на что. Дорогой мой, мы умоляем вас вместе с доктором. Всем сердцем. Прислушайтесь к нашему совету. Ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и моветон, между нами говоря, он сведущий. На него вполне можно положиться. Он мне дал слово, что будет заниматься вами. Уважаемый, не верьте им. Не верьте. Это обман. Моя болезнь только в том, что за 20 лет я нашел во всем городе одного только умного человека, да и тот сумасшедший. Болезни нет никакой. Просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода. Ложитесь в больницу, дорогой мой. Мне все равно, хоть в яму. Дайте, голубчик, слово, что вы во всем будете слушаться Евгения Федоровича. Извольте, даю слово, но повторяю, я попал в заколдованный круг. Теперь все, даже искреннее участие моих друзей сводится к одному, к моей гибели. Вы выздоровеете. Зачем это говорить? Редкий человек к концу жизни не испытывает того же, что я теперь. Когда вам скажут, что у вас что-нибудь вроде плохих почек и увеличенного сердца, и вы станете лечиться, или скажут, что вы сумасшедший или преступник, то знайте, что вы попали в заколдованный круг, из которого вы уже не выйдете. Будете стараться выйти, еще больше заблудитесь.
сдавайтесь. Потому что никакие человеческие усилия не спасут вас. Как-то вечером я неожиданно явился к доктору Рагину и сказал таким тоном, как будто ничего не случилось: а я к вам по делу, коллега. Пришел пригласить вас. Не хотите со мной на контину? А? Доктор Рагин оделся и вышел со мной на улицу. «Где ваш больной?» — спросил он. Ну, я сказал, что он в больнице, что я хотел давно показать этого больного ему, что это интереснейший случай. Войдя в больничный двор, обогнув главный корпус, мы направились к флигелю, где помещались умалишенные. Все это молча. Когда мы вошли во флигель, Никита по привычке вскочил, вытянулся. Тут у одного случилось обострение со стороны легких. Сказал я вполголоса, когда мы с доктором Рагином вошли в палату номер 6. Вы обождите тут, а я сейчас только схожу за стетоскопом. И вышел. Тут у одного случилось осложнение со стороны легких. Вы побудьте тут. Я сейчас схожу за стетоскопом. Андрей Ефимович. Андрей Ефимович. Пожалуйте одеваться. Вот ваша постелька. Пожалуйте.
Чунчу. Выздоровите. Бог даст. Это недоразумение какое-то. Надо объясниться. Ага. И вас сюда засадили, голубчик. Очень рад. То вы пили из людей кровь, а теперь из вас будут пить. Превосходно. Это какое-то недоразумение. Какое-то недоразумение. Проклятая жизнь. Что грустно и обидно, что эта жизнь закончится не наградой за страдания, не апофеозом, как в опере, а смертью. Придут мужики, возьмут за руки и за ноги и потащат мертвого в подвал. Но ничего, зато на том свете будет наш праздник. Я буду тенью являться сюда и пугать их. Я их посидеть заставлю. Я пал духом. Пал духом. Вы пофилософствуйте. О, Боже, о, Боже. Да, да. Вы как-то изволили говорить, что в России нет философии. Но философствуют все, даже мелюзга. Но ведь от философства ни мелюзги, никому нет вреда. Зачем же, дорогой мой, этот злорадный смех? И как не философствовать мелюзге, если она не удовлетворена? Умному, гордому, свободолюбивому человеку нет другого выхода, как идти в грязный, глупый городишко, и всю жизнь банки, пиявки, горчишники, шарлатанство, узость, пошлость. Не болтайте глупости. Если в лекаря противно, шли бы тогда в министры. Никуда нельзя. Слабы мы. Был я равнодушен. Бодрый, здраво рассуждал. А стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом. Слабым, дрянные мы. И вы тоже. Вы умны, благородны, с молоком матери впитали благие порывы. Но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели. Слабые, слабые. Я выйду отсюда. Скажу, что мы включили свет. Не могу так. Не в состоянии.
Никита. Никита. Куда вы? Нельзя, пора спать. Я только на минутку по двору пройтись. Нельзя, не приказано. Сами знаете. Если я отсюда выйду, что кому от этого сделается? Я не понимаю, Никита. Я должен выйти. Мне нужно. Никита! Не разводите беспорядков. Нехорошо. Это черт знает что. Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать нас здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие. Произвол! Конечно, произвол. Мне нужно выйти. Я должен выйти. Мне нужно. Он не имеет права. Отпусти, тебе говорят. Ты слышишь, тупая скотина? Отвори, а то я дверь выломаю. Живодер! Никита! Весь следующий день Андрей Ефимович ничего не пил, не ел, только лежал на кровати молча. Приходил Хоботов, задавал какие-то вопросы. Андрей Ефимович не отвечал. После обеда пришел Михаил Аверьянович, принес пачку чая и мармелад. Вот. Домработница тоже приходила, целый час простояла у кровати. А под вечер у Андрея Ефимовича случился апоплексический удар. Он открыл глаза и сказал: «Миллионы людей верят в бессмертие, а вдруг оно есть?» Дернулся и забылся в беспамятстве. Потом пришли санитары, взяли его за руки и за ноги и унесли. Вот и все. Я вот даже сам представляю, почему нам такую же сумму. Доктор Рагина случился инсульт. Инсульт или мозговой удар – это острое нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга и расстройством его функций. Я думаю, что Андрей Ефимович почувствовал сначала сильный озноб, потом тошноту, и потом у него позеленело в глазах. Полагаю, что как врач он понял, что ему пришел конец. То есть он не умер, но... Тут однажды я записал нас с Андреем Ефимовичем. Просто принес диктофон и включил для интереса. Однако в какой глушь занесла нас судьба?
Досаднее всего, что здесь и умирать придется. Это я. Жизнь есть досадная ловушка. В самом деле, против его воли человек какими-то случайностями... А это уже Андрей Ефимович. ...к жизни. Зачем? Хочет он узнать смысл и цели существования, ему не говорят. Или же говорят глупости. Он стучится, ему не отворяют. К нему приходит смерть, тоже против его воли. Прошлое противно, лучше не вспоминать о нем. В настоящем тоже, что в прошлом. Я служу вредному делу, я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто. Я только частица необходимого социального зла. Все чиновники, все служащие вредны и даром получают зарплату. Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я 200 лет позже, я был бы другим. Я... Ну все, больше его тут нет. Ну, значит так, всех с Новым годом поздравляю, всем счастья желаю в новом году и здоровья. А теперь подарки. Подходите получать. Держи. Спасибо. Держи. Спасибо. Держи. Держи. А? Держи. 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 Где это? Так. Ну что, все получили? Ну вот и хорошо. Девочки, правда. Ну, с Новым годом всех, с Рождеством. Всем желаем скорейшего выздоровления. И вам, а Новый год с вами будет встречать второе отделение. Я пойду. А теперь танцы. Thank you.
Ну, я соседка Андрея Ефимовича. Белова. У меня двое детей, а мужа у меня нет. И когда ко мне приходил ночевать любовник, он был всегда пьяный, садился там на кухне и начинал вышивать, требовать водки. Дети его очень боялись и плакали. И тогда Андрей Ефимович собирал их к себе и даже спать укладывал. Ему это даже доставляло какое-то удовольствие. Да? Помнишь дядя Андрюша? Да. Ну, какой он был? Очень хороший. Мы его очень любили. Да.